Энергетики, автодорожники, электрослесари и многие другие. Ежегодно в канун празднования Дня города и алмазодобывающей промышленности свои заслуженные награды получают те, кто работает ради процветания алмазной столицы. Власти города Мирнинского района и акционерной компании «Алроса» вручают почетные грамоты и благодарности тем, кто привносит в жизнь региона стабильность и процветание. Наш город всегда славился тружениками, которые строили наш город и продолжают строить город, чтобы он стал лучше, красивее. И поэтому всем здоровья, мирного неба над головой, чтобы в семьях все было благополучно. И самое главное, любите город, и город отзовется вам тем же. Каждый год за вклад в социально-экономическое развитие города звание почетного гражданина города Мирного получает один житель алмазной столицы. В этом году обладателем высокого звания стал директор западных электрических сетей Игорь Забегин. Еще пока нет, я не осознал эту высокую награду, поэтому здесь я хотел бы отметить, что это почетная награда не только мне как энергетику, а всему коллективу, что это командная заслуга, поэтому почетная такая награда, она обязывает, к более тесному контакту с администрацией города, с депутатским корпусом, и, конечно, вся наша работа должна быть направлена на благо города. В этот день свои награды получили и победители премии «Мастер года». Она присуждается представителям рабочих профессий, жилищно-коммунальной сферы, транспорта, бытового обслуживания и торговли, образования и здравоохранения. На торжественном собрании подчеркнули, благодаря именно таким людям, профессионалам своего дела, Мирный процветает и развивается. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».